Hello everyone. Today I will tell you about the typical Russian apartment because many of my students have been asking how does a typical Russian apartment and a typical Russian house look from inside. So let's talk about it. Это дом. Он построен из кирпичей. Внутри двор. И во дворе стихийная парковка. Стоят машины. Это первый этаж и магазин. Магазин называется «Привет». Поднимаемся по лестнице. Это первый подъезд. Вот наш подъезд. Здесь объявление, информация. Здесь просят, что здесь энергия, горячая вода. Это домофон. Можно позвонить по номеру квартиры, и вам откроют. Но у нас есть ключ. Открываем и заходим. Это подъезд. Внутри лифт. Здесь хранятся велосипеды, детские коляски, все что угодно. Это лестница наверх. Можно пойти пешком. Здесь у нас расфокус. Да что ж такое? Так. Вот. Здесь почтовые ящики. Сюда приносят почту. 58, 57. Это номера квартир. У нас ящики без фамилий. И пойдем в лифт. Поедем, точнее. Так. Заходим. И 9-й этаж. Обычный лифт. Сверху инструкция, как пользоваться, номер телефона, здесь экстренный вызов и открытие дверей. Это этаж, здесь разные растения, цветы и квартиры. Вход в квартиры. Здесь 4 квартиры на этаже. Заходим. Здесь небольшой, как сказать, ну вот, общий коридор. Здесь одна квартира, здесь вторая. Обувь. Это ледянки моего сына. И заходим в квартиру. Заходим в коридор. Вот такой здесь пуфик. Стол. Люстра. Обычно они на потолке. А здесь вот такой стеклянный шкаф. Гардеробная. Здесь темно. Можно хранить одежду. Это еще раз коридор.
Заходим в ванную. Обычно мы говорим ванна, хотя полностью называется ванная комната. Вот сама ванна, унитаз, раковина, всякие полочки с разными средствами и стиральная машина. Теперь заходим в спальню. Пылесос, торшер, кровать, две тумбочки. Вот эта тумбочка. И там тоже шкаф и окно. Посмотрим в окно. Там стадион в снегу. И здесь живут студенты. Это общежитие. Теперь заходим на кухню. Это полукухня, полукомната. То есть здесь диван, и здесь же стол, холодильник, плита. Вот плита. Вот она. Микроволновка, чайник, телевизор и так далее. То есть это кухня и спальня одновременно. Здесь всякие магнитики. У-у-у, это я с сыном. И получается вот такая, ой, все расплывчато, вот такая комната. Пойдемте сходим на балкон. Вот балкон. Здесь можно хранить всякие вещи. И опять мы здесь. Это вот бассейн. And that was it for today. If you have any questions about living in Russia, leave them below this video and I will try to answer. And that's it. I hope to see you in my next video. Bye-bye.